Может, перестанешь уже стучать? Я же попросил! Это же Рэй, старик. Отстань от нее. Чё мы вообще тут забыли? Не коротни только. Хоть кто-то его понял? Ты сам-то хоть понял, что сказал? Он говорил о терпении. Я судья, я привык ждать. Но как судью меня бесит, когда мое время тратят попусту. Значит, вы все заявились. Судья, хранитель, леди Эл, Мистока, Слизи. Ах, йоу? Я собрал вас всех здесь, потому что у нас общая проблема. Мало шокирующих новостей? Я о багряном закате. Багряный закат! Когда мы его поймаем? Багряный закат! 37 случаев взлома с проникновением, 149 обвинений в нападении при отягчающих обстоятельствах, 15 случаев пыток. Ему не может продолжать все сходить с рук. Я потеряла четверть своих людей в прошлое воскресенье. Учитывая, что это ложь, чтобы не позориться, представь, сколько там реально народу полегло. Это предательство распространилось и на моих ближайших благодетелей и помощников. Сдержанность. Полагаю, вы активно придумываете идеи, как решить данную проблему. Глаза выколоть. Сжечь! Избить. Высшая мера наказания. Здесь есть пианино? Что же у тебя там такого припрятано, что круче вареного яйца? Воплоти. Наемный убийца, элитнейший. Увы, за идею она не работает. Демонстрация.
И что теперь? С вас плату, потом багряный закат заплатит. Я в деле. Зажжем же, лампа! Я предполагаю, что суд готов вынести вердикт. И как вы понимаете, это война.